Всем привет! Кажется, весна уверенно одаривает нас приятной и теплой погодой. Сейчас расскажу, что нас будет ожидать в последние выходные мая. В субботу 2 мая нас порадует приятное солнце. Температура воздуха днем поднимется до отметки плюс 25, к вечеру опустится до плюс 13. В воскресенье будет переменная облачность, днем плюс 23, а к вечеру ожидаемое похолодание до 12 градусов выше нуля. При любых погодных условиях не нарушайте режим самоизоляции. Важнее всего погода в доме, поэтому старайтесь сохранить ее благоприятной для себя и своих близких.